Здравствуйте, уважаемые друзья! Вы на канале Леонида Пустовойтова. Сегодня хочу из вот этого кусочка березового шпальта вытащить небольшую емкость. Что именно, пока не знаю. По ходу движения будет ясно, что и как. Сейчас начну обдирку большим реером. А потом уже будет видно, что из этого будет получаться. Соответственно, я буду потихоньку снимать, и вы будете видеть, что у меня получается. Итак, время терять не буду. Приступаю к работе. Итак, форму я немножко придал. Сейчас попробую снять заднюю бабку и подготовить место под патрон, а потом все остальное.
подготовил я место под патрон. Сейчас это все отшлифую. И потом переверну и уже буду выборка производить внутри. Итак, я подготовил заднюю часть. Я думаю, что вам видно ее. Сейчас буду переворачивать и производить выборку внутри. Так что время терять не буду. Начинаю переворот. Ну и так, друзья мои, выборка продолжается. Вот я уже сколько выбрал. Еще осталось немного. Вот. Режется оно хорошо, аккуратно. И потом уже после того, когда я это все сделаю, обточу, буду делать крышечку. Да, буду делать крышечку. Вот где-то вот так. Ну, еще осталось немножко. Потом я уже вам покажу, что у меня получилось. Ну вот, уважаемые друзья, я выборку произвел внутри. Вот видите, не знаю, видно вам или нет. Сейчас я это все отшлифую. И будем готовить к этой чашечке, или чаше, или как ее там правильно назвать, крышечку. Вот такая она у меня получилась. Так что сейчас беру шкурку и хорошенечко все это зашкурю. А потом уже покажу вам, что получилось меня из этого моего проекта. Так что сейчас будем шкурить. Так, дорогие друзья, вот основная часть моей работы выполнена. Скрыта масловоском. И вот что она из себя представляет. Сейчас она немножко еще постоит. Я ее отполирую и приступлю к изготовлению на нее крышечки. Крышечка будет изготавливаться из кусочка березы. Вот он, кусочек березы. Я его уже посадил на планшайбу. И буду сейчас обтачивать и подгонять к своему основному изделию. А так пока вот выглядит все вот так. Вот. Шпальт березы, конечно, красивый. Итак, уважаемые друзья, приступаю я к точению крышечки. Вот она уже заправлена у меня в токарном станке. Сейчас сначала очистим все и начнем работать. Thank you.
немножко почистили, теперь приступаем к работе. Сейчас сделаем разметку, а потом уже и все остальное. Итак, внутренняя часть крышечки готова, вот она. Вот так она будет одеваться. Осталось теперь только снять с планшайбы, перевернуть и начинать обточку с той стороны. Чем сейчас с этим и займемся. Итак, закончил я свою работу. Вот крышечка перед вами, сделана из березы. Вот такой небольшой пипочкой. Сейчас снимаю с патрона и установлю, и покажу вам частично, что у меня получилось. Вот такая вот шкатулочка у меня получилась. Более конкретно я вам покажу, когда уже поставлю на показательный столик. Ну а пока все на этом. Закончил я свой проект, уважаемые друзья. Вот он перед вами. Вот такая чаша у меня получилась с крышкой. Вот ее крышечка. И вот сама нижняя часть. Можно назвать ее шкатулкой или еще что-то. Выполнена она из шпальта березы. Ну а крышечка полностью из березы. Вот так вот она смотрится. Да, она смотрится. Вот такая красота у меня получилась. На этом я свое видео заканчиваю. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал Леонид Пустовойтов, буду рад. Не забывайте нажимать на колокольчик. На этом до свидания. Всем всех здоровья, удачи, успехов, мира, добра.
До свидания, до скорых встреч.